Челябинской области проходит конкурс «Молодежь. Будущее территорий». Его суть в том, что в этом году более 500 молодых южноуральцев смогут пройти обучение и разработать различные социальные проекты. В презентации проекта принял участие губернатор Борис Дубровский. Более того, он лично решил стать наставником для одной из проектных групп. В региональном отделении Сколково губернатор уже провел встречу с ребятами, авторами проектов. Например, среди идей, которые предлагают молодые люди, есть те, что призваны направить внимание общественности на проблему загрязнения бытовыми отходами. Некоторые конкурсанты предлагают план по развитию внутреннего туризма. Есть активисты, что предлагают создать корпус общественных наблюдателей из молодежи на предстоящих выборах осенью 2019 года. По их мнению, это повысит доверие целевой аудитории к выборам. Борис Дубровский подчеркнул, что все представленные инициативы интересны, но требуют детальной проработки. Уверен, что в процессе обучения и при помощи наставников они будут качественно оформлены и станут полезными для общества. Не стесняйтесь выступать с инициативой и подавать на конкурс проекты. Мы готовы помогать, ждем ваших инициатив. Конец цитаты.